Погнали, Ну, погнали. нет? Добавим пул. Подождите. ПС не забудьте. Не намажу. Рецихилис, блядь. Куда играют на 100%, правильно? Намажем, блядь, маслице. Тринтез, блин. Так, давайте быстрее, у меня тут... Мы еще куда-нибудь... Банка заканчивает. А я новую, блядь. А я новую бахнул. А я со старой, вчерашней. Не наигрываю. Что, банка для анализов? Что, выпил уже все? Ну чё, это сейчас там, ДБМ дом, блядь. Да, не поверишь. Блядь, БКшная, боже. Чинит БКшная, рука, боже. Как хорошо, что меня никто не чекает. Так, чё ты будешь делать? Этот, смотри, короче, какая тема там на... Алло! Смотри, какая тема, вайп называется. Борланд, можешь на первое сожжение давать зелёнку? Я знаю, блядь, закрой рот. Какой ты, он нам и рассказал, блядь. Кто ты такой? Безаря, где банка? Не, потому что без зубов, чтобы проходить. Ну нормально, блядь, что ты... Кто ты такой? Так мы в прошлый раз так и проходили, дурачок ты, блядь, без памяти. Я забыл. Не кель себя такой, я же РЛ. Я же РЛ. В прошлый раз был слякоть, ладно. Так нет, в прошлый раз был Борланд. Какой нахуй слякоть, ты чё, дурак? Я не помню, что было. Боже, какой ты хуй. Слякоть уже много не заходит. Так с прошлого, когда много прошло уже неделя. У нас мультизар ровно в 9, да раньше не будет. Ну я написал этим челам, если. Если зайду пораньше, уже не будет хорошо. 91 тысяча хапаю. О, шел контент. Бля, даже не на кого дай. Фариона, как игра? Хуяно. Блять, вообще какая-то хуйня по контролю. Знает контроли нахуй можно или нет? Фирса, во. Хватит. Чего еще? Чего у нас есть по контролю? Не хотят, поэтому его нужно первым ловить. У нас типа и жаба, и шип он стоят, блять. Давайте первым чоковато хуярить. Теряем сову. Капли я блайнд кинул. Надеюсь, мы за 10 секунд успеем что-то сделать. Ну глыбу слей только, пожалуйста, хаку. Да. Да мне подходит, что он глыба не слейте там все кнопки, но здесь допаду, всю хуйню свою высрите. Надеюсь, нас не переебет. Там... Ебет я ливы. Какой-нибудь тебе реслинг потом ходж дай по хаку после блайнда, когда он вставать начнет. Он 4 пла, а я буду один. Блять, хаку где ты нахуй? Блайнд дал. Чего кого то наполнил. Кого-то. Алло, блядь! Там, сука, щит на все лицо! Отойдите. Сейчас дам еще гаучу. Чао следующий. Хаку следующий. Сапрот. Ты на встан тебе, дурачок, блядь. Осторожно, блядь, разъебете мужика. Себе. Все нормально. Чем блять, он специально его туда идет, вот, представь. Бля, ну сейчас сюда заведет его это за руку. Есть чем обозвать, в смысле? Я пошел нахуй. А, не, он ушел, блядь, в сторону. Блять, ну уйди! Не домажьте, подождите, пусть в фури уйдет. Сюда. Домажьте. Сука, я всю прожимку отстоял, ФК. Ах, ужал. Я в Вайфуре еще далеко стоял. Опять туда пошел. Как же он хочет сдохнуть. Выводим рин. Рин выводить. Парни, 4 стака, ну сейчас 5 будет, мы упадем. Пиздец, вайп. Вайп иди сегодня, не хихлите. Не домажьте, не танчите. Пропил. Пизду, блядь. Клоуны ебаны! Блять. Ну нет. Не говори, Борланд, я знаю, ну, что нет. Делать! Блять, 5 стаков, все, да идите вы нахуй, блять. А ты мой перестак, пусть ты там в помойке их оставил, блять. Ой, Влад, что-то. Ты ему свою десятку иди и говори, что делать. Ничего, блять. Потерпит нахуй. Стаков, в Беларуси живешь. Мы умрем, да?
мы умерли, все. Это уже фантомная игра какая-то. Ядерный взрыв прошел уже нахуй. Грипп ебаный. Мобов хуярится быстрее. Когда там огонь? Один, уже. Нет, я потерплю. Я не терпел, но я потерплю. Вас не выставил, блядь, парни. Видишь, 6 стаков нахуй. Просто умерли, все. Нахуй играйте дальше. Бля, там привидение я вижу нахуй с той стороны. Давайте в другую сторону убежим потом. Да, мы убежим в другую сторону. Мало кто где. Можно в меня Ориону, типа, прохуй, да? Пожалуйста. Ты говоришь с атаками, блядь, чтобы без зубов танчить. Надо было сделать. Надо, чтобы тебя негр подошел и в жопу утра. Так он сейчас... Осуждаю. Что ты осуждаешь? Нет прямой трансляции на платформе Twitch. Да ему что, разве говорили, что негры пидорасы? Никто не говорил, что негры пидорасы. Ну вот реально. Разве не говорил, что негры пидорасы. Просто каждый так знает, что негры пидорасы. Как у Хисера будет фильм? Настало твое время, на. Ура! Жалко, что у меня все в КД. Беру последний. Блять! Я, кстати, не понимаю. Я бы Фьюри... Фьюри... Фьюри выводим. Там шоколад, Гастелла, пожалуй. Могу сказать, что босс не хилится, потому что я нарезал. Я отдать. Давай шоколад первый. Почему вы не доигрываете на 100% нахуй? В смысле, чего? Яд не понимаю. Снижение. Все, меняем, значит. Яша. Рэл, почему у нас левые люди разговаривают, блядь? А ты чё, блядь, правый, нахуй? Я бабочки сейчас дам, нахуй. Это такое? Ясно, он за левых, блядь, на синге. Я осуждаю правых. Левак, блядь. Что плохого, блядь, в этом? Вы раздали контроллер, да? Да. Надеюсь. Серого, вот. На тебе, шефе, дурачок, блядь, не выебывался, чтобы. Ты... На! А мне похуй! Я могу бить. Тихо, не бейте его, нахуй. Подведите его, на ком он? Шоколад, блядь, подведи его туда, пожалуйста. Умничка моя, спасибочки. Нахуй тебе, блядь, за блайнд. Ай, блядь! Закрой на хапку, сейчас. Давай же, будь фьюри тогда, вы видите, я хапку фьюряю. Хорошо. Я пока топоры поищу, там аяды помажу. Дайте, блядь. Это ты как снял-то, бледина ебучий? Ой, извини, пожалуйста. Ничего личного. А есть грипп? Грипп есть? Это гриппа. Угол подойди. Сейчас приведи, не подойдет, кстати. Не подойдет, не упирайтесь просто в левый угол, в правый угол встанете. Давайте мы перебежим туда, а он... Да, мы перебежим, как же лучше пропадет. Не паникуйте. Чем вы паникуете? Вы что, без... Три стака, парни, нахуй. Блядь. Три стака? Блядь. Ну, ладно, заново. Куда? Пять вайп. На ту сторону перебегите. Перебегите, да. Ты напулил, блядь? Да. Он напулил, да. ДБМа нету, что... Дурачок, посмотри, ДБМ, не доигрывай. Ой, я ракетку нечаянно сдал. Там себя напулил, кстати. Из-за вашего пиздежа ракетку в мобо, блядь. Боже. Можно гимн нахуй, на... можно там что-то тайм ставит, блять, почему без гимна? Блять, иди нахуй в церковь, блять, печку поставь нахуй. Такое, блять. Печку не трогайте. Православный нахуй. Игрила. Так, инда нахуй. Ну здесь хаку, блять. Ой, хаку бурсты прожал. Блин, не можно. О, блин, спин пока добавить. А, только не тут бежал. Вы выводите его, не бейте хаку. Выведите его. Да. Сопрот. На нахуй. Я мой ебал. И, блядь, учишься нахуй. В школе. Может так? Пьется? Ебать, 7 стаков, парни. Я не знаю, как мы живем. Невозможно. Блять, опять админы что-то поменяли и не дали инфы, твари! Опять не заново! Выебывался, сука! Кара тебе, сука, админская! Кара, блять, это домашний спел. Блять, прохильте меня. С мобами там аккуратно.
Заливаем. Ну, добиваем. Прибафните. Ебать, я по гним там. Кому бы убил. Ой, бля, как же плохо. Ну это просто стаки вы убили, да? Все стаки виноваты. Я проживу, не надо. Как хорошо, блядь, сижу АФКшу, блядь. Нормально улично? Вообще охуенно. Как ты любишь. Жалко, в ЦЛК так нельзя поделать. Хейтшоу нахуй. О, пироманьян, сюда нахуй. По Геру. Поехали. Проебали Фир, блядь, там, блядь, проебали. Нет, почему че этого борода, блядь? Первого синга вводим. На усмерть? Надеюсь. Очень быстро вводим синга, он фиряет сову. В сову хочешь, дашь, Реслин. А шипаешь чековато. Все, поняли? Поняли, блять? Бау, завалить тебе. А ты? Ну, босс вообще дамажить нахуй. Гера 30 секунд у меня. Почему у нас, блядь, вар нахуй 4 кдпса, блять? 15.8 у меня пишет. У меня 14.7. 4.6. Это ты, Борлон, блядь, 3.5 кдпса сидишь, пукаешь нахуй. Нахуй ты черно раскрываешь. Ой, блять. Не, ну у меня, кстати, погибель, так много урона. 28 тысяч. Бобно, блядь. Синга, Синга, разъебать. Да, Сингсонга выводите. Блядь! Ты нахуй мне пыл кинул, убоел. Пиздец, блядь, проебали. Иди, сову фиряй. Да куда?! Ездомат. Да нахуя ты это? Черну, блядь. Да кто нахуй хуярит этого преподобного нахуй? Шоколады выводите, блядь. Маба заберите отсюда. Шоколада, шоколад дайте. Дал нахуй. Ферните шоколада, там бамс дэнс. Выводите нахуй. Са лучше. Фридом, фридом, фридом. Отойти, фридом, прохил. Какой фридом нахуй? Под дикун, блядь. Там Ориона ебанул. Нахуй. Танком декурс быстрее. Парни, ну блять, уже два стака продекурсите танком. Идиоты, блядь. Боже. Позорник. Один на полевой бездарный. 10 реллов из 10. Где на пол? На полю, блядь. Где урон у Риона? Рида, выводим уже три стака, блядь. Ты, блядь, учишься нахуй в преподобном школе, блядь. Отвисает. Вот куда ты попиздил? Звездопад! Напрот! Прохи! Бляяя! Богословная школа нахуй. Можно вывести, блядь, этого молодого человека? А, иди на ту сторону и выводи его. Блядь, медфу падает. Куда? А ну, блядь. А чё он в другую сторону? Блядь. Да, блядь, ты этим убили. В воздухе. Он, блядь, не в ту сторону, Войт Фьюри, блядь, у тебя что, дислексия, нахуй, ты что, блядь? Закройся, нахуй. Полупокер, нахуй. Квадратичный корень, блядь, трёх. Что? Да, блядь, ну что, что, что за вопросы, нахуй? Ну, блядь, чел жёванный клевер, ну что с ним сделать? Не ой, понимает, блядь. Так не понимает, я нахуй. Второго, дайте каплю будем вроде. По-другому учить, нахуй, блядь. Понятно? Спасибо, это. В школе, блядь, не научили, нахуй, лево-справа отличать. Так, тишина в классе. Сейчас научим линейку. Звонок был для учителя. А если учитель попуск, блядь, можно не реагировать, нахуй, на него? Вы там, блядь, учить будете, нахуй, в своей десятке, понятно? А можно, блядь, как-то, нахуй, босса убить уже, блядь, сегодня, нахуй? А нехуй в три хила ходить, потому что... Чего не доигрываете, блядь? Ты не дамажишь, ты не дамажишь. Да слайпимся, контроля не хватит, сейчас законтролит меня, хаку... Я в шопе могу. А где Гро? Часин, где Гро? Блядь, я погибель убил, сори. Твари, погиб. Сижов и кашу. Хотя на пулец сходить можно? А, не поможет. Ой, бать, нахуяся. Бейте босса, пожалуйста. PS. Геру можно? PS. PS. Я прокнул, ты 3
Я тебе триксы дал, давай. По сколько залетает? 40 тысяч. АБ. Нормально. Дальше сколько? А есть истерия? Нету, нету, я давал на трэш. Я понял, блин. Я вообще залетел. Вы успеете убить? Да мне кажется, еще одну фазу надо. Чтобы с кайфом было. Но там, блядь, 4 стака, нахуй, мы попадаем, блядь, я вам серьезно. Блядь, если без декурсить не начнут, блядь, диспейлить. Я синк на пул даю еще. Сейчас. Контроли. Меня выводим, ури похуй, хакку дайте жабу. Жабу, да. А ури там с кулаков не задушит, пацаны? Нет, конечно. Нет, могу, в принципе, задушить. Фир только сдай, фир, шеф. Я не знаю, нахуй, пизда. Фир, шеве, сдай, ури. Все. Да просто убейся ее, лол. Чел, ну ты, блядь, умник нахуй, в преподобной школе нахуй учишься, да. Блядь. Дурак нахуй, ёбаный. Давайте я черду синга разрежу. Аку без мана, кайф. Вы, блядь, дай... Да куда? Ну, блядь, боже, ну ты ни разу не сдавал фирку за 300 вайпов, за 300 киллов, ни разу не сдавал. Тут решил сдать. Нахуй она нужна, спрашивается. Почему я хилюсь больше, чем вы дамажите? Аку не будете водить сразу? Продлить. Один стак, ты долбоёб? Да выведите со мной. Мы уже мертвы, выводите быстрее всех. Выводите, блядь. Не, лужа пропоёт, нахуй, потом поговорим, нахуй, дурачок, блядь. Дурачау. Целла, чау. Как стенки сильно не прижимайтесь, там животное выйдет. Так, ребят. Советую вывести в течение 40 секунд. Что ты сделаешь? Ты чё, пушки не снял? Фир, блядь. Чё фир, блядь? Когда он что, такой, чтобы нам советовать. Чел нажал одну кнопку, ури, все, бесполезен, стоит АФК, нахуй. Че ты хочешь? Давай, вот это вот, приколы свои. Даю. Чем больше скелетов находится под контролем, тем больше урона. Знали? Уф. Конники, блядь, тема часть учите. Дэмэдж идёт. Кто вообще в ДЭС зашел? За фрики. Ебать, людей много. Блять, можно закрыть пинты, нахуй, мне не слышно, когда я релю, блять, можно? 4 стак, 1 спел! Ури, выводить! Алло, ты ой, блять, убил. Тотем, эфир тотем, блять. А я говорил. Ладно, без разницы, в принципе. Ой, потом перебегите только. Надеюсь, меня опять погибель не прилетит сверху, не ёбнет по приколу. Ну, типа так, без негатива. Моба, забери тварь. Ури АФКшек так и стоит. А ты мобов будешь забирать? Бля, я прожался. Сука, по копере был. Погибель забрать срочно, она хочет меня уничтожить. Морально и идейно. Идите, спасибо. Хорошо. Мобов надо залить. Идейно? Мобов, заливаем мобов, парни, в смысле? Блять, я панель переключил, я суккубу призываю. Где? Босса убейте, 300 тысяч, блять. Алло, старый нахуй, ты вообще сейчас на покой уходишь, чё ты паришь? Вот, блядь, я сейчас тебя обоссу. Да что? А было бы за что? А кому печень курю? Учишься нахуй, провождаешь, блядь. Ты убийца, да? Это за... Печеньку не ролься, урин. Гастелла, нахуй. Это помойка. Я пароль, а то Гастелла спиздец, я клянусь. Да, в принципе, тоже помойка. А вот это моё. Чё твоё? Печенька. На выход там ребята уже хотят вырваться. Ура, можно идти отдыхать от фриков, блять, ёбаных. Короче, если буду нужен, там зовите. Меня не зовите. Так, блять, мне кажется, я вижу какого-то фрика. Там Костелло ролил, я перестраховался. Что это за хуйня вот эта пришла, блять? Ой, Вайтфори, стой. Пока не забыл. Стой, этот, ещё почистить надо, да, это. Не-не-не, пусть пацки сами. Господа. Чё, господь? Да я буду минут через 10, там. Ну хорошо, ничего страшного. Охуеть, нахуй. Учится нахуй в православной школе. Ну, не очень. Короче, нет смысла заходить. Блин. А, бля, там же ещё трэш чистить, блин, парни, надо же. Так, а куда ты этого повёл, дурачка, блин? Ты дурачок? Блять, нам можно через портал. Алло, диспел, танка, мы сейчас вайпнемся! Идиоты! Можно ты курс попасть? Пока, фрики, удачи, блядь. Ироды! Ироды!
Блять, надо его проводим процент. Реально, блин, ладно, кричать не буду. Ироды! А чё вы двух молчите? Как будто тебя, блядь, под хвост что-нибудь засунут, а ты кричишь, блядь. Латорий обогнался, спать. А зачем я, блядь, 500 тысяч моба бил, нахуй, если вы его заявили? Даже сверки не дали пососа. Наверное, потому что ты бездарь. Парни. Мне это говорит Курия с 4 тысячами ДПСа? На погибели или могу что? Могу себе позволить? Не можешь. Могу. Да, АФК, все самое неуважение к себе. Борланд, ты мастерку делаешь на полбосса? Уричу отдали, да? Вот, я не бью в этот вот, в порчу. А если бью в порчу, то под кровью он бьет под кровью. Мы токен Уричу отдали. То есть, типа, мастерку можно не делать. Да, не... Мастерка, блять, сказал нахуй. Чел, блядь, сказал, что мастерка на него не прокнула ни разу, блядь, не, порча, блядь, вот, вот он и протанчил, все. За 3 кд. Все, ебало завалил, да, ты мне тогда про миссы говорил тоже вчера. Я всю тебя урыл по факту. Реалма, 3 реалма, реалма так делаю, блядь, парни, нахуй. Продекурсите эфириала Чарлова. Я на Фенрире танчил, в ковочках один раз я, два раза Фенрир, и 0 урона под мастеркой получил. Почему? Почему 0? Почему 0? Не парили, блять, не знаю. Почему ноль? Покажите Дерму еще сколько мастерки надо. Я сколько раз паре получал, давай. У Фенрира было 47, ему было похуй уже. А у Риони, Риони было не похуй. Вот у Риона, у него ноль мастерки, ему не похуй, мы ебало слили. Сколько я получал раз паре? Если я бью, блять, извините меня, руником нахуй. Тебе руник не парит. Кто боёб? Ну так я же говорю, блять, ну зачем мне мастер? Ну так если ты автоатаки отменяешь, блять, ну, ты гений, ладно. Интересно, блядь, стоп автоатак, нахуй, во всех макросах стоп автоатак. Да, 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 ты в гильдии подпивасов, и ты, у тебя в каждом макросе стоп автоатак. Слышишь, нахуй, подпивасы, блядь, посмотрим пятничку, блядь, чтобы... Чего в пятничку посмотрим? Потому что у меня Да ты в вашей гильдии даже в Алитрию не захилит, сам говорил, что не хилит. Реально, блядь, полдня сидеть на ней. Блять. По фактам, по фактам. Вам надо что-то еще там зелье оцепенеть, есть зерно? Нет. У меня Син, есть. Дай, можно информацию, зачем вы зелье оцепенения, если вы, блядь, чувака охуярите, блядь, на этой фазе? Чего? Ты дурдобоёб? Блять, играть не очень сильно. А потом у Риона влетает эфир, пятерым дает, блин. Кстати, этот, Байер слился, короче. Да? Нет. Да. Ну, снизу напиши, ебать. Да. Я б, вот лично мое мнение, я б никого вообще не водил. О, пожиратель магии. Дай денег. Заработай. Бля, нету. Вот, так, ебан, вот доля зарабатывает вот деньги. Он, блядь, покупает. Этот, смурфетка тут? Что делает? Знаете кого? Он... О, в гильдии он это... Он брусы покупает. Фул, слышите? Чего? В гильдии пронесли на фул тирагу. Мааа! Да заткнись! Окей! Let's go! Блять, нахуй я ему сейчас дам. Это что, ФК тюрьмы? Да, получается, да. Пиздец. Все, ребят, а не, ФК... Попустили, nothing to save. Звони админам, пусть дверь открывают. Не, да. ФК угодил в первый этот, в первый день, до фикса. Да, блять, конечно, это считается. За это ФК отобрали. А, у меня тоже в гильдии, блять, сделали килл. Так что ССР тасай. Ну все, они вторые, получается. В смысле, это тимлау в том же рейде? Напиши админам. Слышите? Борланд, у кого там, Яша, блядь, у кого там этот? Ай, блядь, мамя, что нахуй, не пойдете, блядь, хуй сосите, блядь. Знаете, кто им танчил? А, опять? Не, опять я уже 2 минуты говорю, ну позовите админа, дверь закрыта. Че, приходит? Не, а, я... опять дверь закрыта. Знаете, кто им танчил? А ты не можешь позвать админа, долбоёб, эскейп помощь. Я не делал. Я пишу уже. Помощь, править за... Дверь закрыта. Да. Сейчас я говорю, знаете, в 10-й раз спрашиваю, знаете, кто им танчил эту чурягу? Всем похуй. Похуй. Блядь. Дальше, главное, нет. Скобочку поставить, да? Скобочку в конце оставить. Так что, блин, чел под этой, под коньяком или что он там пьет, закрывает, а вы нет. Жой. Жой. Скобочку главное поставить. Осуждаю. Что-то осуждаю. Сейчас зайду на рогу, добавьте патим. Угу. Бля, так а нахуй я танчу? Ресин, спикайся в танк, откуда я пошел. Охуел?
Да. Чин, мы тебя в вагоним, а ты даже трэш не хочешь платить. Ой, блядь, ну ладно. Ты, блядь, со своей гильдии, нахуй, богословный, блядь, под пивасов, ничего не закроешь. Так а что, мне писать их скуру? Спасибо. Не интересует? Ну что, реально, что? Возьмите какого-нибудь чайника. А чё экскузу писать? Он кто? Ну, хочет купить проходку на малышку. Он голый? Хуй знает. 2.55. Нет, раз. За сколько хочет? И кто, какой класс? Рога. За сколько хочет? Но он вроде нормально играет. Ну да, он играет нормально. Я помню, что это не... Ну, можешь написать ему, только скажи, что, типа, у нас парочка не мейн челов, типа, можешь чуть-чуть повайпить. Ну скажи, если типа это, если будут вайпаться, типа все равно мы зайдем майнами, не? Ну примерно да. Ну условно. Сколько там... ты продаешь, 140? Стартанете вы в 9. Ну зайди сейчас на хапало лучше, давай потом сделаем как-нибудь. Условно если... А все открыли же уже, да? Да, открыли. Условно если, грубо говоря, часов там... Ну через 2 часа вы мне это не убьете, то мы типа залетим, нет? Ну, типа так сделать. Ну, или 3 часа. Я не знаю, сколько. Или, блядь, завтра с утра. Я завтра работаю. Под раньку. Так можно было. Я не знаю, насколько он в ПВЕ, в ПВП. 2.55 он в ПВЕ, похуй. Не, экскуз нормально душит. Экскуз ПВЕ сыграл фуга. Душит, блядь, опять душнилу еще одного берут. Он в Симпсонах рейдил, он фулл брюли на X2, по-моему. 5 часов назад сделал бэшку себе. Подожди, а у него есть, мне интересно? Да, привет. И ВК-то он закрыл большую проходку? Конечно. Блять, у него кружка. А, ну да. А у меня подружка. Блять, да он тонатер, у него, блядь, фулл брюли были, как ты думаешь, нахуй? Это просто с рулеточки побарило, да? Ну каждый день ходил на остров, уверен. Брал монетку, охоту закрывал. Уверенная монетка, блядь. А как мне за... Ну, там сейвы, наверное, на него будут. Надо. Ответ гейма-мастера. Дверь открыта, точка, спасибо. Общение прочитано. Да, ок. Не знаю, он не отвечает. Я сделал все, что... Пошёл нахуй, фрик, ё-моё, блядь. Короче, блядь, а куда вы мне напишите, если вы не сможете убить? Мы тебе на жопе напишем, когда, ну пока ебать будем, не убили. Пингануть тебе, либо лайфхак. Ну Борда, что за вопросы? У нас как в другом месте связь есть с тобой или что? Мы же только в DS связь есть. Не вижу, у меня пинги. Гомобов. Нахуй не пингуются, блядь. Все, сиди тут тогда, жди нахуй. Понял, я посмотрю на нормальных пацанов, там контент закрывают, блядь. А, там же эти, Ринда Редиганы пошли, да? Нормальный парень контентик. Вон девочка стоит. Уже... Хуй пойду в эту тюрьму. Борланд, ой, блядь, слушай, беги сразу наверх, беги сразу наверх. Хватит слуда, дай всех мы сразу. А сразу все выйдем и заткнемся. Ты не видел, что у нас на пуле было? Там реально весело. Я зашел. А, ну вот, вопрос. Это еще не, это не сок еще, не сам. На каждом боссе так будет. Стоять в сторонке, вы сами ёбните, да? Там на морозе что-то сидят. Ты че, дурачок? Да. Ну все, блять, выходи нахуй, меняем. 3D курсы, да. О, давайте тогда я еще на Филинтрон зайду. 4D курсы. Парни, там молодится нахуй хилит первый сет. Да, ты че не... Кто хилит? Молодится? Миловица. Она ПС будет Элему давать на риде, нахуй. О, это пиздец. Лидыга на исцелении, блять. Лидыга исцелятор. Ой, моя... Да похуй, все равно будет на ПС. Хэштег ПС Эленом. Ебать, я... Это надо видеть, парни, это надо видеть. ПС, 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 только Элем. Пойдет, будет вам хилить. Просто прохиливался. Я шо, один милик буду чилить, блядь? Да. ПС-ку, МК, только Элемом. Не, Глю, не надо, не подходи. Так, на локе ты был. Глю, подходи, тебе нужна мана. Кумакет. Они кумакет, ровно под того диспеллера, все понятно. Опять? А мы всех украли, видишь, у нас 3. Понимаешь, они не могут ШП заменить, которым уже ничего не надо, на нормальный класс, блядь. Ну как бы, че. Не, носово могут, хотя бы. Ни одной шмотки не полутали, блядь, какой, ничего не надо. Ну так, он аскет. Ну, бля, чтобы ты понимал, у Гомель тоже ШП висит.
Ну у него, блядь, все равно лучше стак. Слушай, с учетом нашего стака мы можем в принципе 8 шп ходить. Или, мы закроем. Ну у него. Не, ну это будет танчить. Типа, когда супер много. Ну, когда чил одет и есть мозг, можно, в принципе, ну, почти любым составом идти. Так, это надо печку тыкнуть. Печка, печка. Так. Че, в пятницу с меловицей пройдете, да? В ЦЛК. А че, реально в третьих? Нет, у нас здесь свой ДЦ. Ну а почему нет? Свой, ну, типа. Не-не-не. Меловица будет. Хочешь ШП пойти? Че? Какая разница? Там будет 3D курс. Второй нормальный хил. Он вместо меня пойдет, да? Печка. Ну, 3D курс это. Мозгливый. Я зеро, ну, не все. Ну, раньше бы позвали. Я сумонят. Ты там не забудь, это декурсы нормально назначить, чтобы быстро шотика убить. Так, ну я КД принимать не хочу. Ну и пошел нахуй. А хочешь принимать? Нас... Оп, мы не заставляем принимать КД. Будва, еба. Я уже принял, идите нахуй, сейчас еще кикните. А, кикай его. ББ. Ура, разводим. Подожди, а нет... таланты, где плати таланты? Деньги или кикнем, бля, плати деньги. Так, кому? Сад, проходка 140 тысяч, давай. Блять. 90. Давай 90. Все, нет. Скидка для саги, да? Скидка сразу, для... Слышь, иди нахуй. Скидка для больных. Запрещаем обмен нахуй. И настройки. Ой, блядь. Да Яш, иди нахуй. Зажал, блядь. Да ты 120 на ИБ проебал. А ты на Твиче дашь стрим? А в Дискорде не хочешь? А ну, да похуй, в Дискорде. Да я что-то это... Шизу словил. Да лучше на Твиче, кстати, я выйду. Надо просто... На, кстати, Зерона, на них уже есть. О. Печка, он это... Он просил время. Он сказал 10 минут, блядь. 10 минут прошло. Ну, как сказать? Смотря как считать, типа, 10 минут. Ты печки билд скинул? Он еще не сейчас будет. Чего, нет? Да, блядь, там билд не. Так, еще эти зелья спиннем, не дай? Ну ебать, путь сосед, блядь, в фраста спегнется нахуй. Синг. О, в фрасте проще, две глыбы. Синг. Дай зелья спиннем. Чего? Сколько, 20 штук тебе дать? Давай, на, я тебе дам, ты раздашь. Все. Вы предложили. Мне заходить в замечательную игру. Сейчас я тебе... Там чел охуесосят на ДЦшке просто люто, блять. Где там? Такой кончно. Я тебе вот дам столько, хватит? Ну, да, пойдет. Господа, а я на дему, не... Нас, Нофентусы. А я на дему не смогу бахнуть? Гомель сейчас тоже пока не стоит. Нежелательно. А кто у него ДЦ там? Слипи, блять, какой-то. Вот печка. Ну, они взяли, он ЧПшник, но он такой... Вот такой билд нужен тебе. Ничего не понимаете. Куда смотреть? Надо. Я мажор, блять, закупил заранее. Нужно билд переделать, да. А, на ману сделать? Да. Понял. А саппорт там нужны, как? Да. Да, дут, если что. Да, еще саппорт, а зеро не трейд кидайте. Брат, ну ты ж понимаешь, что у меня спек дебно только настроен в этом бартендере, да? Блять, тебе надо стрики нахуй, 3,5 кнопки настроить, тут не надо. Ладно, хорошо, извините, валил ебало. Ну ты все. Ну там проки хотя бы. Да, у меня проки настроены. Нахуя тебе в дестрике? А, ну для ракеты. Ну, допустим. Похуй. Похуй. Кулаты проки выходят, дал ракетку, потом по КД. Спорим, они с меловицей не пойдут на оперу. Конечно. Я бы с тобой не пошел бы, если бы меня не вынудили в Орланд. Типа лол. Что ты сказал там сейчас? Типа лол. Конфликт, парень. Лол, блядь, сейчас бы с Борландом на оперу идти. Ты, блядь, видел, нахуй, нищий ДК, блядь, 70 кхп, нахуй, бездарный. О, драка. Ладно, у тебя хоть 1090 было. Я когда Nothing to Say зашел, мне чел говорит, ебать, нахуй, что ты за... Мне похуй на твою гип от пивасов, нахуй, вальку захерите, наберете. Зачем мы с тобой общаться? Там Кетлеру нужен ДЦ. Там типы только аренку пукать вот в протопалах могут. Че ты мне тут рассказываешь?
nothing to save подпиваться на гильдии, нужно, блядь... Ну вот именно, у тебя гильдия nothing to save, вот и мне нечего сказать, понимаешь, по поводу нашего состава, он настолько плох, что мне просто нечего сказать. Батин просто, ребята, зачем так не разнимал меня, блядь, получается. Трахать. Я, блядь, сотрю на этого идола. На печке зайди. Я тут два штрафа уже поставил. Дай мне сбросить. Чивава, блядь, стоит на пол хп, а он кастует цепнуху в меловицу, которая на фул хп. Как вы думаете, это гениальный хил? Ты тупой, но он же, там же чайник отпрыгивает. Он же хочет кинуть, чтобы он отпрыгнул. Ну ты тупой. А ничего, что первая хилит дохуя, блядь, вторая чуть меньше. Так, значит, он знает, что ему не нужно дохуя, нужно чуть меньше. Нужно больше, правильно, блядь? Да. Стоит и больше надо. Тут, понял. Знаешь, как сердце Азерота по системе накапливания артефакта. Понял? Типа. Ну да. Че, не знаешь, как ДЦ поменяли на Сирусе? Ой, ну, ну. Короче, смотри, мы можем. Тут же сделали как, нахуй? Если ты хилишь в течение 25 секунд, типа, больше своего хп, то оно типа нарастает и в саппорт уходит. Типа, ДЦ не нужны, поэтому. Понял? Поменяли. Синкли в нем. Надеюсь, шкаф не пропадет. Сын кривни, блядь, и кикнул, блядь. Боже. Сосед, блядь. Не принимай пока только. Учишься, нахуй, в богословной школе. Да, жертвенный огонь, да. Кто на тебя? Какой жертвенный огонь? Так, печку принимай. Все, можно? Адская пламя. Чего, фрости пиздовать? Заебись, блядь. Нет, в принципе, он может во фросте пойти, если печка не будет менять. Но лучше в аркане, чисто забурсить фазу. Как так, хочешь. Так, ладно, все, тихо. Дай мне таланты раскидать, подожди. По мане подожди. Заебись все будет, надеюсь. Потом печка, поэтому и билд делает с маной. У нас нету ретрика. Махуй я на ретрика. Они без набула идут, божечки. Да, тут никто не сорвет, ты че? Да при чем тут они, мы... У тебя, блядь, на пул нахуй 2-5-9 могут тебе мало, что ли, или что? А, это они? Они. Кто они? Они и мы. Да я про первый состав великий. Какой? Блядь, вчера этот Зеро находил без напула, все нормально вроде было. Да нет, там челы богословные, Дестрик, 6к ДПС, блядь, комнату закрыли. А вы, кстати, ну я говорил, блядь, у этого. Печка готов будет, я вахуй. Да, окей. Просто вахуй. Че, не убили, рост сделали? Блять, сосед, стоп флуд нахуй, что ты распиздел? Ты мешаешь людям играть. Не-не-не, я сейчас просто пишу, все будет всем мешать. Так, ну я кнопки, блять. Ну, парни, тихо, пожалуйста, пускай люди по Эреле. Спасибо, пожалуйста, не благодари. Все потом. Ты хуй пидорас у меня панельку всю нахуй убил. Бля, ну печка, блядь, еще раз говорю, что печка. Как пивас пиздец, прям вообще. Да идите вы нахуй. Больной, нахуй. У меня панели, пизда, прям нахуй. Ее можно выносить на мусорку, блядь. Ну выноси, бля, в чем проблема, нахуй? Тебе че, блядь, поставить, нахуй? Реактивный снаряд, блядь, реактивный прыжок, нахуй. ХБ, ЖО, конфла, а блядь. Прыжок нахуя? Прыжок нужен будет? И к смерти выставить. Ну там мин-макс. Жизнеотвод, нахуй, это, ТП-шка, блядь, припод. Смотри, короче, поставил 5 кнопок. Лайфтап, испепеление, хаосболт, поджигание и жертвенный огонь. Мне этого хватит? Ну, реактивный снаряд еще, и портал. Там сбегаться надо будет тебе объяснять, ты поймешь, как его поставить. СС кидать. СС, там, раскол, нахуй. Все. Да какой раскол ты еще, ебанутый мальчик? Я не знаю, как Гермич танчит. Пять кнопок хватит. Сейчас. Припод вынести. Ох, красота. Зелье оцепенения еще вынести. Ну. Какое зелье оцепенения? Дадут. О, точно. Мне кажется, вот тут на пулов 30, нахуй. Бля, мне кажется, из-за печки это на пулов 30. Подожди, а у нас синк пойдет на ком-то? Конечно, нет. Он на маге сосал. А, так, блядь, может его на лок посадить, а? Иди бей, блядь. Не, я просто это будет... Ты же хочешь сделать так, не бежать. Может, он целка за тебя. Что тебе надо? Нет, просто это реально будет проще по времени, как минимум, потому что... Не, он имеет в виду, зайдет на его персонажа, насколько я понял, да? Да, да. Да, Синг, заходи, давай. Деда, ну жди, блядь, это деда. Ладно, я пошел, нахуй.
пампить, блядь. Опять. Социологи есть. Боже, ну с синком нахуй на пулов 100, нахуй, парни, блядь. Да, стоп. Озерона. Слышишь, печка, да? Да, я кидал тот озерон. Может, он и в ЦЛК вместо тебя пойдет. Может, блядь, ЦЛК шоколад еще на Бентли зайдет, блядь, я на Дермича. Что тебе нужно? Что тебе нужно? Не надо ничего. И какая-то еще Аки, Аки, заходи на моего мага, хули. Аки. Цвета хаки. Вот маг реально, блядь, тупо 1-2-1-2, блядь. Слышь? Не выебывай. В ЦЛК нужен будет и демон, и Дестер. Да ни хрена. А Дестер нахуя? В смысле Дестер, Дестер нахуя? Блядь, а ты на ком пойдешь в ЦЛК? Лакер, блядь, впервые. Да иди ты нахуй. Один раз закрыл, короче, и плащ пиздил. Все, больше не закрывал. Забил хуй на ЛК. Крыса, блядь. Печка, ты долбоеб? Почему? Там парни берут на эту вот, на... А что случилось? На деву Онтру, конечно. Ты, может, меня опустишь на персонажа, блядь? Опустишь? Так заходи, блядь. Я... У меня Warcraft выключен. Дима еще не выключен, блядь, меня кикает. Так, ладно, все, давайте, не мешайте. Сейчас тактику буду рассказывать. Я не могу на печку рассказывать. Будете мешать, я вас помутаю. Я вообще на Сирию зайти не могу. Прости, пожалуйста. Так, короче, я поставил на вас метки, вот на Бентли, на Соседа. Сейчас я скажу, что Дермичу делать. Дермич просто, ну, типа, ладно, тут вообще ноль мозга, просто стоишь, танчишь, меняешься там вроде на 6 стаках, если я не ошибаюсь. Ну, ресин, короче, напиши, насколько меняешься. 8. Как, значит, 8. Ну, типа, там, когда у другого танка спадают... Как дебаф, да, спадает. Когда спадает, да, когда спадает, забираешь. И этот, когда я тебе говорил, айсбаун дать надо будет, и все, типа. Все. Конец. Так, теперь Сулсет и Бентли. Я на вас поставил метки, такие же, как на земле стоят. Вот вы в этих метках будете по КД стоять. Пусть вы в них стоите, просто бьете боссом. Если я говорю сбежаться, вы сбегаетесь в луну. Ну, типа, просто подходите к ней, делите урон. Соответственно, я всегда говорю, когда сбегаться. Если я не сказал сбегаться, значит, мы ничего не делаем. Типа, только по команде. Если я говорю, сбегаемся там после кольца, вы ждете вот это кольцо, вам бахает пол хп, и вы сбегаетесь. Если я не говорю сбегаться, вы этого не делаете. Стойте на месте. Будет момент, когда я скажу на своих сейвах, надо будет проживать. Вот если на вас кидается пожирающее пламя, ну, Бентли, ты надеешься на то, что ты выживешь, у тебя сейвов никаких нет, а Сусет тебе надо будет глыбу нажать. Я, в принципе, это, наверное, озвучил. Так, извините, убью этого молодого человека, Бентли может взять тотем, точнее, символ на тотем, и он выживает, блядь, сильнее, чем маг. Эти зубы дам, все нормально будет. Я своего убью. Там у Синга это... Синг, что там? А, откинулся Синг. Он больше не может на сервис зайти вообще. Ну, я им предложил ребутнуть компьютер. Да. Ну, пускай Бентли пока слетает, возьмет символ, это же... Да, смотри, а у вас шкаф надо... есть? Символ на тотем каменного шкафа нет пока. Но его все равно талант надо перебивать. В любом случае. Он там не прощает. Ну пофигу, я зубы дам, нормально все будет. Фигня. Но если... А Эридар, то что тут нет? Мне не поможет, шотнет. А я понял. Забей. Даже если 5% прожать, это будет возвращаться. Не-не-не-не-не. А второй раз тоже должно бы? Сотку прожимал он нашел. Ну, два раза, второй раз он встанет. Ресин капли даст. Все, будешь сливать нам? У ресин и углю капли есть. Ничего не знаю. Печка. Вот уже жать умеет. РЛ под пивас, парни, блядь. Че, у тебя вообще не заходит? Ну ладно. Не. Все, потом, когда на ледяную перейдем, ну, типа, на огненной просто за всей толпой побеги. А, там это... Там же... Ну, короче, ладно, просто за толпой там побежите, а там не сложно. Так. Чё мне надо делать? Давай так. А, бить. Ты всё же будешь стоять. Да? Печка, да. В синюю его поставь по дефолту. Ну, тогда в синюю будет. Заходи, ты заходишь? Я захожу. Я сейчас тебе скажу, что не... Ага, стоп. Мы сапроты, да, пьём? Да-да-да. Обязательно сапроты. Рыбу еще хавать я поставил. Декурс назначил? Да, чё, нас хаку и водят до курсов в своей пати, как и дал обычно, типа. Ну, по очередности. Наверное, хаку.
Это там подтянуть. Типа, кстати, хак у себя декурсишь, начинаешь дамажить. Соусет декурсишь печку, потом... Ну, а нет, соусет декурсишь меня сначала, потом печку, потом дирмич, потом себя. Чтобы как удамажил, ты докурсил. Когда танка дотянусь с печеньки. Дотянешься там, нормально все. Все, ну, Войд как обычно. Первый Яш, ой, первый Глю, потом Яша, потом Бэнк, потом Рислин, потом сам себя. Так. Печка зашел? Да, да, да. Печка, смотри, вот видишь синие метки? Я скажу ему сейчас. Видишь синюю метку? Ага. А ставишь пета между синей и зеленой по центру. А пассив, и, ну, до начала файта просто ставишь, чтобы он у тебя оттуда бил. И сам, типа, с ним не стакаешься, раньше 10 держишь. Потом тебе надо будет сказать сбежаться, заходишь, типа, в крестик. Потом назад возвращаешься, можешь там портал поставить. Но раньше 10 держишь, а остальное время просто дамажишь, ничего не делаешь. Если на тебя прокает пожирающее, ну то типа там либо как-то камень пытайся есть, либо лик смерти кидать босса, чтобы отхилиться. Так, тогда мне надо, блять, еще койл на панельку выносить сейчас. Сложно. Ничего сложного. С первого пола. Ой, блядь, главное, чтобы у тебя петь не сдох. Можно клипануть, как нахуй на ютубе клип сделать? Блять, они не заходят, что мне делать? Нажмите пока им, пожалуйста. Яшить, гони же каналчиком. Я с вами. Так. Эти собраты. Го. Быстрее популяем, быстрее поймем, что происходит. Бурс сразу давать? Да. Да. Ну, тебе, наверное, да, потому что... Ну, вообще, по-хорошему, надо на 80% бурстить. Я скажу, когда геру дать. Дирмич первый танчишь. Ну, там без разницы, по факту, кто первый, кто второй. А примерно гера когда будет, чтобы бурстить? Я скажу, когда гер. 80% у босса гера пускается. Да. Я понял, хорошо. Все, тут на самом деле на дамагерах ничего делать не надо. Постоите и чилить. Все, но кнопок особо полезных нет. Просто сбегайте, когда я говорю, и все. Если я говорю не сбегаться, вы на месте стойте, пожалуйста. Не надо никуда бежать, вы сейчас пойдете, убьете кого-нибудь. Просто на месте стойте. Первый ДК танчит, правильно? Угу. Еще там добавим пул. Пять, четыре, три, два, один. Чутка подальше его поставь еще. Ну, чего решил откиснуть? Интересно. Не Бернио. Не знаю, надо побегать сейчас меня просто. Так, так, сейчас он Бернит, Геродаш. Так, ладно, короче, сейчас падайте в жопу, сейчас говно какое-то было. Дайте упадите. Просто. А на меня пожирающий кинул сразу. Да я. Да не на тебя там сбей сейчас, ладно. Не так это будет. Че ты сдох вообще-то? Ну голем пиздили, порчу, все. Я скинул в чат.
А второй раз пожирающим 4 с каждой бабы, как только стал. Ну окей, ну. My bad, уронил. Вот эффект адского пламени, мстительная порча, мстительная порча. Надо было ударить. Почему Эрл не доигрывает на 100%, боже. Ну ошибка получается. Так, Дживс есть? Есть, типа ставлю сейчас. Благодарю. Сказал мне это брат. Не пить при поты потом, типа, вторые. На потки вторые не пейте. У вас потка должна быть доступна, чтобы зелье цепенение можно было нажать. То есть перед боем выпили, а потом все, не пейте. А можно сказать, когда там 2 секунды, потому что у меня отображается ПБ? Шо? Хавайте. Если на вас упал голем, и вы видите, что вы можете из него выйти, ну типа он такой вас краешком задевает, лучше выйдите. Другие человеки тоже немного подвинутся. Не обязательно стоять прямо в метках. Опасно дренжу держать друг от друга. А что из големов, типа, проходить обязательно? Можно проходить через големов. Может, ну, типа големы они просто дамажат слегка. Просто думал, не выходит, если типа кинул. Ну, если кинул, то можешь из него выйти. Ну, типа, если можешь выйти, выходи из него. Если ты вы стоите условно. Если вас задевает 2 голема, сделайте так, чтобы один задевал. Типа. Ну, то есть. Был. Ты Азерана. Только должен ренджу держать, и все, 10. В чем? СС на кого? На Уитфлифа. И успеть потом подбежать, разделить урон, и все. А так ты можешь туда-сюда двигаться без проблем. Пять, четыре, три, два, один. Два, один. Ну, хочешь поближе, выйди из голема. Гера, одна минута. Гера, давай, да. Гера, одна. А, ну когда я пофиг. После кольца сбегаемся. Сбежались. Это лучше вообще не делать. Разошлись. Там что, пустили есть только, нет? После того, как мы сбегаемся и получаем дэмэдж от пожирающего, мы сразу расходимся. Иногда могу не заныться. Геру как откатится дальше. Сейчас Дирми жми Т4, Реслин жми Сокро. После кольца сбегаемся. После. Сбежались. Падайте. Чё-то себя не поднял. А что случилось? Ну, чел себя не поднял. Всё. Кроме хуёвого ДПС я что-то не так делаю. Печка, да, под курсой конфу не нажимай.
Так, что за курса? Реально. Проклятие истощения. Понял. На дэмэдж режет. Можешь все выкидывать, кроме поджигания. Зероныч, мы можем поносить, тебе будешь хилить. Проще бы. Ну... Давай поношим хиль. Как хочешь, я уж просто привык. Плюс-минус. Да, точно на хиле. Я видел, что типа на них двоих кинуло. Что кого-то, ну, типа, они там вчетвером стояли и не думал, что там. Ну, я понимаю, что там, конечно, 2 на 4 условно делилось. Ну, типа, там чуть-чуть убило. Ну, типа, вертел 600. Типа, я там кого-то другого поднимал в этот момент. Вроде Бентли поднимал там или Соседа.